Всем привет, друзья! С вами Changer и это For Honor. Открытая бета вышла сегодня. Давайте же ее глянем. К сожалению, сохранялочки из закрытой беты нихера не перенеслись в открытую, поэтому я думаю, мы просто посмотрим, что добавилось. Как видите, героев нифига нет. Я открыл тяжелых на бусе, вождя и завоевателя. Убийц пока, наверное, не будем. У нас нет, тем более, стали. Нам дали только 2000 в начале. Но я даже не знаю, за Набуси сыграть, что ли, для вспомнить, так сказать, молодость. Давайте посмотрим, что есть в сетевой игре у нас. Военный конфликт, кроссплатформенная битва рыцарей, викингов. Ну, это мы все посмотрим в день релиза, я думаю, не стоит на это тратить время. Тут добавили, по идее, смертельную схватку. Это смертельная схватка 4 на 4. Сражайтесь в режимах схватки и уничтожения. Победите противника, набрав 1000 очков в режиме схватка, или убейте всех героев в режиме уничтожения. Но давайте, наверное, это будет слишком жестко, я потому что забыл все управление. Так, смотри-ка, тут дуэль и бойня 2 на 2, да, это замечательно. Давайте старый добрый захват территории, прям помесимся опять. Так, посмотрим, против игроков, будут ли кто-нибудь против нас. Да, нам-то сейчас жопку-то надерут. Но я думаю, я выберу для начала Набуси, чтобы, так сказать, войти в тонус, потому что я, честно сказать, забыл управление. А такие игры, это как, блядь, Dark Souls, как любые, ну, файтинги, по сути. Надо действительно играть. Как только ты не поиграешь хотя бы немного, то все. Ну, что еще, давай попробуем разок. Ну, скажите, что кто-нибудь играет. Нет, не хотят. Ну давайте отменим, не вопрос. Давай против компа сыграем. Ну, давай. Против компа-то уж должны мы сыграть, как минимум ботов нам добавят. Да, кстати, я сегодня наконец-то купил себе плойку. После работы зашел в магазин, купил 4 Pro. Так что сейчас, если будет время, надо будет разобраться. Может, вскоре будут выходить игры также и на плойке. Не знаю, посмотрим. Я ее купил ради эксклюзивов, конечно, по сути-то. Те, что на компе выходят, будем играть на компе. Эксклюзивы будем играть на плойке. Так, не хотят, не хочет захват территории работать. События недоступны. Дуэль. А давай подуэлим. Вдруг повезет. Это прям будет огонь. Нам сейчас жопку надерут, потому что я все забыл. Управление не помню. Помню там блокировать, бить, короче, как обычно. Так, смотри-ка, найдены, да? Ну давай сейчас один на один-то мы посмотрим. Это прям чисто на скилл. Давай. У меня скилла нет уже. И да и не было нихера. Да, посмотрим. Ну что ж так долго? Ну давай, давай, давай. Что там за параметры? Давайте глянем врата. Карт добавили, вон, кстати, лес, мост, святилище, ну, мост был, речной форт был тоже, врата цитадели тоже были. То есть лес добавили только, ну, вроде так и писали в анонсе, что четвертую карту добавили. Ну, хорош вам, че, никто не хочет играть со мной? Ну, что ж, так, ну, давай вот против ИИ хотя бы, так-то можно, так можно. Дуэль, ночь, нифига себе. Ну, ладно, давай возьмем Набуси, вспомним, так сказать, как это делается. А потом все-таки посмотрим другие варианты игры. Вот эту схватку. Но там, честно сказать, не знаю. На уничтожение без возвращения в бой. Это прям жестко, наверное. Ну посмотрим. Ну, ой, блядь, ненавижу это, сука. Вот тебя больше всего ненавижу. Это такой противник опасный, блядь. Это... Да хорош, хорош. Блядь, ну вот видите. Да хорош. Да хорош, блядь. Давай, на тебе. На. Я буду издалека, да, как мне писали в комментариях. Я... Вот так вот все получило. Как тебе кровотечение? Это нормально? Нормально? А? У меня выносливость пока есть. Тебе... Так что ты там аккуратней. А? А, вот. Все, пизда тебе. Так, смотри-ка. Истекай уже, хорош, ты заебала. Вот и все. Так, смотри-ка, очки славы теперь, да? Были очки славы раньше? По-моему, не было. Ну, хорошо, ладно, Набуси, давай. Возрадуемся с тобой. Да, спасибо там за этот комментарий, прям.
Да, я тогда-то прям махал-то просто так, как дебилоид. А так-то ей прям прекрасней. Издалека такой, опа, главное вот выстоять. И потом так отошел, отошел и... Ну давай, 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 иди. Вот, прошло. Пожалуйста. На, в голову тебя. Как, нормально проходит? И вот так добили. Вот это прям идеальный раунд. Смотри, что смотри, что творю сегодня. Вот это вспомнили, как говорится, молодость. Так. Раунд три. Ну что, в сухую-то смогу, нет? 3-0 будет? Ну давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Хорош. Да, я когда в закрытую бету играл, я просто очень любил мочить прям сильным ударом, оно потому Он что это не эффектно, делал. вот это. Опа, да, вот так, когда двойной этот тайпан, или как он там называется, он тайпан. А вот и все, и добили. И 3-0. Ну же, друзья, руки-то помнят, оказывается. Руки-то помнят. Талант не пропьешь. Не талант, да ладно, какой талант. Ой, 3-0. Все равно, смотри-ка, 3-0 это нормально. Так. Ну давайте тогда попробуем новые режимы игры, посмотрим, что там. Вспомнили, как это делается. Если вот эти режимы, где 4 на 4, ты начинаешь как бы 1 на 1, то нет, я не хочу. Давайте вернемся в главное меню. Да. Сетевая игра. Что значит знак, восклицательные знаки? Не знаю, ладно. Так, давай смертельную схватку против игроков. Мне кажется, тут должно получиться, потому что, по идее, это новый режим, и все должны смотреть их. Так что народ должен играть. Если нет, сыграем опять против ботов, посмотрим. Да, я так и не решил, за кого буду играть, когда она выйдет. Ну, блядь, ну хороша. Так, ну контракты это все прекрасно с контрактами. Завершите двое в режиме уничтожения. Ну, это, блядь, замечательно. Ладно, давай, я завершу. Дайте мне сыграть только. Давай еще раз попробуем. Ну, это бета, собственно. Надеюсь, 14 февраля все заработает на ура у них с серваками. Все-таки они большие надежды Ubisoft вкладывают в этот проект. Они до хера во что вкладываются и в рекламу, и в промоушен, в принципе. Так что, я думаю, должно все работать. Иначе это будет прям конец для них. Давай против ботов сыграем по барабану. Дайте хоть во что-нибудь сыграть, а то ну так-то нельзя. Я запустил игру и... Так, игра найдена. Так, смотри-ка. К сессии игрока. Ладно, не вопрос. Уринштайн, отличное имя. Я думаю, даже без знания немецкого вы знаете, что значит Уринштайн. Какой хороший ник у человека. Давай на бусе, я сейчас вспомнил, как это. Как это? Ух, викинг. Кстати, вот в комментариях не к моим видео, вообще вот по закрытой бете многие жаловались, что на бусе как бы прям ой, слишком сильна. Но не знаю, вот когда мы играли, в принципе, не так много народу играет за нее, с кем мы сталкивались. Ну, и на мой взгляд, персонажи сбалансированы, потому что, понятное дело, у нее вот это кровотечение, но она же блокируется. И также вот этот викинг прошибет-то с двух ударов, и все, пиздец тебе. То есть, ну не знаю, я небольшой спец в этом, поэтому, на мой взгляд, тут все зависит от скилла. Я вот тогда, когда закрытую бету проходили, я так чисто по фану играл, потому что это действительно весело. А вот если действительно вдумываться, и вот хорошо так, как мне посоветовали, издалека, потихонечку, кровотечением, раз-раз, и нормально. Я-то эстетическое наслаждение получал, что она бьет так размашисто, так красиво. Но правильно, надо ведь все-таки Раунд думать. один. Ну давай, чё, погнали. Так, это у нас что? Игра из 5 раундов. Ты мой противник. Ну давай, чувачок, давай, 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 давай. Подожди, а такая карта была, да? Ёпты, ёпты, какой ты, сука, какой ты скорый на расправу, да хороша. Ой-ой-ой-ой-ой, да хорош! Хорош! Да, блядь, да хватит, а! Да ебать ты скоростной!
Так. А. Бля, ебать, ну вдвоем-то это без вариантов. А теперь надо, короче, одного хотя бы ушатать. У, пиздец. Одного ушатали, со вторым сейчас, тихо, сейчас мне пизда, да? Блять, да хорош втроем! Пацаны, что у меня за команда? Давайте, блять, давайте все на меня. Хорош там, блять, кто? Были у чуваков уже 5-й, 8-й уровень. Раунд 2. Этого викинга. Что за, блять, беспредел? Давайте всех на меня натравите. Вот, короче, в чем сложность, то есть... Здесь нельзя, надо действовать быстро. Ладно, будем действовать быстро. Тогда понеслась. Давай, понесла. Так, сейчас там... Хорош. Блять, я спешу, не надо спешить. Надо действовать быстро, но при этом не спешить. Да хорош. Есть. Ты у меня не заберешь. Ты у меня не заберешь этот фраг. Где там последний? Где? Кто-нибудь видит? Давайте пока не будем, их там трое, они все-таки должны завалить. Вот это что такое? Давайте посмотрим. Ага, это броньку нам дают, это замечательно. А там еще можно подхилиться, да? Давайте подбежим сюда, просто изучим, что к чему. Где их? А это здоровье восстановить, да? Блять, и вот я нашел, да? Ну давай, иди сюда. Ну что там втроем не можете замочить одного? Я прям со спины его отхерачу и все. Ну красавчик. Так, вот так нормально. Раунд 2 выигран. Это замечательно, на самом деле. Я на первом месте, блять. Вот это у меня команда. Команда прям героев. Да. Раунд 3. Ну давай. Давай, с тобой погнали. Оба. Ой-ой-ой, какой ты мощный, ты пацан, ты хорош, а? Тихо. Да хорош. Ой, блядь, это пиздец. Это пиздец, друзья, это точно, это край. Он... Вот он очень мощный. Он прям... Да... Блядь. Он пробьет, да, меня? Нет. Я держусь, ты меня, сука... Помоги, пожалуйста. А, красавцы, надо же. Вот, вот сейчас хорошо сраб... Чё происходит, пацаны? Зачем вы это делаете? Ух. Да. Сейчас повезло. Вот видите, против тяжелых воинов все равно тяжело даже на бусе. Они прям пробивают, выносливость сносят и пиздец. То есть, поэтому, мне кажется, они грамотно сбалансированы все. Я тебя не увидел, как камера странно стала вначале. Давай, ладно, с тобой-то мы уже разбирались, да? Да ладно, ты тут, блять, хороший. Извини, я не буду строить из себя крутого. Ладно, надо серьезно относиться, а то я прям как-то... Ёпта, да хорош ты. Хорош, давай, стоечку поменяем. Так, блять, одного уже убрали, это херово. Ууу, это плохо. Двоих сейчас, короче, к нам прибегут. Нас... Да, нас уже... Давай, надо с ним быстрее разбираться, а то мне пиздец сейчас... Да, разобрался. Отлично. Отличный раунд, прям вообще шикарно, да. Давай, ты один, но я думаю, давайте прям посмотрим за ним. Посмотрим, как его отмудохают толпой. Красавчик. А, ну он просто давит силой, ну красавец, красавец, давай. Давай вот этого, а, и тот под защитой, смотри, что. Ну все, пизда ему. Не затащит, скорее всего. Хотя, ярость, ну давай. Давай. Ну, давай, братан, хорош. Красавчик, ну, почти. Ему осталось-то, можно на него? Нет, нельзя посмотреть. Давай. Ай, блядь. Да ничью давайте, хорош. А, сука, он жив все-таки. Вот, я думал, он тоже как бы все. Так, 2-1. Раунд 5. Почему 5? А, 2-2 уже? Хорош, ладно. Да, блядь, да хорош ты, а. Ой, блядь, не будем спешить. Сказал я и поспешил, да? Так, хорошо, одного сняли нашего, это плохо. О, пизда мне. Да хорош вы, блядь, да хорош. О, пизда мне, да? Так, ну тот готов, у него сейчас он истечет кровью, так что... Ты заебал, вот тебя мне точно не снять. Ты, сука, мощный очень для меня. Ты прям очень мощный, так. Хотя,
Давай его прям вот так, по-жесткому, пока есть возможность. Ой, пизда, да? Так, 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 тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Ой, вот это повезло сейчас. Вот это просто повезло. Блять, он вот эти вот. Ай, блять, вот один удар. Сука, один удар. Ну давай вдвоем-то. А, он воскрешает, смотри. Пацаны, воскресите кто-нибудь меня. У меня еще есть здоровье. Я бы вам помог, а так... Ну, как хотите. Хотя, где хоть лежу-то? Кто-нибудь видит меня? А, вон он я. Давай, чувак, спасай меня. Красавчик, красавчик. Все, погнали. Погнали сейчас прям толпой. Толпой, давай. Блять, их четверо. Ты смотри, что происходит. Вот это интересный режим. Он прям поосмысленнее, чем бездумная бойня. Блять, нельзя с прыжка никому уебать. Нет, нельзя. Короче, пиздец нам, да? Ой-ой-ой. У, пизда. Чуваки, хорош, хорош. Хорош. Я даже воскресить... Их четверо. Да ладно. Ну тут это бессмысленно. Это, блядь, прям сразу лечь умереть проще. Хорош, хорош. Давай вот так. Отлично. Восстановим здоровье, нет? Нет, у нас нет этого скина. Новый уровень, блядь. Это... Сейчас это очень важно. Прям новый... Ай, блядь, смотри, почти он готов, почти готов. Я просто... Чё за жесть происходит? Да убей ты его, блядь! Так, 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 хорош, хорош, хорош. Ну осталось тому-то вот... Ну все, пизда ему. Главное держаться. Нет! Пизда мне. Вот теперь мне точно пиздец. Все, ну тут уже без вариантов. Ну смотри, двоих я все-таки положил. Нет, интересный режим, то есть вроде как бы и дуэли, то есть один на один сначала, но если ты промедлишь, вот как мы, то тебя охуячат толпой. Это интересно. Так, мне дали шапочку, ладно. Новый уровень, да, ведь у нас сказали? Мне сказали, у меня новый уровень, хорош. И где он? Ну ладно. Да, интересно. Есть карта какая-нибудь? Собор. Давайте собор, мы... Вот это был, собора не было. Давайте собор посмотрим. Интересно. Давайте еще раз сыграем в этот режим. Мне понравилось. Прям шикарно. Так, а что у меня? А у меня ничего нету, да? Персональный шлем. Ну давай шлем. Да-да, я знаю. Он лучше. Восстановление выносливости. Да, давай вот это оденем. Да, хороший этот режим. Интересный, интересный. Давайте посмотрим. Но следующий, наверное, выйдем из него, про что-нибудь другое посмотрим, там еще есть ведь. Хотя это был в этой же, да? Ну ладно, разберемся, разберемся. Надо все-таки зарубиться в это мясное, прям захват точек, как было. Вспомнить закрытую бету, где мы просто отжигали. Я не знаю, в принципе, она в открытой бете, может, если у меня время будет, я ее на плойке установлю завтра или послезавтра, может, на плойке поиграем. Сравним просто, как это, что там... Так, с нами опять этот викинг. Вот теперь на буссе, смотри-ка. Это хорошо. Как карта выглядит. Так, а то есть получается защита, здоровье, еще улучшение оружия, атаки. Вот это нам тоже делать. Давайте первого отхерачим и потом пойдем... Пойдем улучшим себе оружие. Зависит, где мы появимся на карте. Ладно. Интересный режим, такие прям разнообразные. Но они вот эти больше на скилл тоже. Самый на скилл это, конечно, дуэль и 2 на 2. Здесь то уже, когда ты... Когда их несколько, то уже это не на скилл, это просто убийство. Но против ботов я смог двоих уложить, но то... Но против игроков это вряд ли, то есть это маловероятно такое. Это... Так, вон там оружие я вижу. Может туда сразу побежать? Нет. Ну, сука, не даст туда добежать, да? Ну, давай. Давай, сражаемся, да? Блять, хорош! Хорош! Ты чё такой быстрый-то, а? Как тебе? Как тебе по морде-то прилетел? Нормально? А? 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 Мудак. Как ты?
Ух ты, блядь, я прям до этого до возмущался. На, успел, успел. Не успел, а теперь успел. А, как тебе в харю-то прилетает, да? Да, да? Блядь, нашего уже убили, это плохо. А, есть. И добей. Отлично. То есть его нельзя... Вот, точно. Надо же вспомнить, что когда добивание делаешь, нельзя воскрешать. Где? Что на карте поблизости? Давайте возьмем вот этот меч, посмотрим, что он нам даст. Здоровья у нас, в принципе, много. И пойдем сражаться. Где? Кто? Один остался, да? Пацаны, видите меня? Видите меня? Сейчас ебальнички поразбиваем там. Толпой прям на, все, на одного. Ну хорош, где он? Давай, вчетвером, да. Так, их двое. Он тоже там всех поднимает. Так, ну где он? Блять, их, главное, меня выбрал из всех. Я что, тебя самый вкусный? Ну он знает, кому, блять, надо подходить. Он знает, кто тут решает сейчас. Давай столкнем его нахер. Да толкай его, блядь. А, выносливость. Выносливость. Да, пацаны, сбросьте его, да и все. Вот и все. Вот так и надо. Вот так. Я, собственно, это и хотел сделать, но я опять, вот видите, я опять начинаю, вот когда вот хочется просто помахать. Такой вот прям надо сдерживать себя, прям по руке бить. Сука, не делай так. Ладно. Погнали. Давай. Оба! Не ожидал? Ух ты, блядь, вот это я не ожидал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой ты быстрый, черт! На. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, я не успеваю, смотри-ка, я хотел отойти, а не получилось. Ты прям меня серьезно напряг сейчас, ты в курсе? Мне пиздец, наверное. А? Ай, блядь, смотри, что сделала. Ай-яй-яй-яй. А, успел. Нет. Сука, не дай бог, у меня остался один удар. И сейчас, да, прилетят ко мне. Нет, там, там пока нормально, пацаны справляются. Так, 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 давай вот так вот. Давай с этой стороны зайдем. Да добей ты, сейчас, сейчас, сейчас. Ну все, пизда тебе. Так, отлично. Фу. На самом деле повезло, да, но... В принципе, нормально. Давай прям. Ух. Да. Темный экран. И продолжаем. Раунд 3. На бусе. Ух ты, вот это интересная битва. Ну давай, давай, давай. Сейчас мы и про. Да хорош. Да хорош, мать, мы же с тобой, сестры. Какая ты, блядь, ни о чем на бусе-то. Ой-ой-ой, я блок снял. Это было неосмотрительно. Вот, я знаю, какие удары тебе не нравятся. Ну что, добьем? Нет. Вот и добили, отлично. Так, 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 что поблизости? Давай подхилимся, это надо. Надо подхилиться. Стой, сучка. Уйди, блядь, от моего, сука, от моего лечения, падла. Вот что бывает, когда разозлишь меня, блядь. Так, 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 я подхилился. Ну все. Готов. Неостановимый воин. Вот так вот. Вот так. Давай, пацаны. 3-0. Красавцы. Красавцы просто. Так. На первом месте. Ну что? Ну что, друзья? Это скилл. Это скилл, да, вот. Все-таки. Так, два предмета. Так, новый меч. Замечательно. Приказы выполнены. Ну, теперь у нас новый уровень, ведь нет? Да, герой. Уровень 2. И перышки. Да-да-да, было такое с перышками. Это я помню, это я помню. Так. Эффективность. Нихера себе. Вот это мы красавцы. Давай дальше. Дополнительные очки опыта. Ну-ка, ну-ка. Так, хорошо. Давайте, наверное, вернемся к карте мира. Это интересно, мне понравилась эта смертельная схватка. Прям здорово, захватывающе. Но давайте все-таки захват. А можно к Набусе мародерство прикупить что-нибудь? Давайте просто посмотрим, да.
принципе, я говорю, я давай вот этот комплект премиум купим, мне не жалко. Прямо отлично, отличненько. Давай, конечно, все это поставим сразу и пойдем захват зон. Так, давай, давай. Шлем. Это... Нет, вот это восстановление выносливости, это получше. Снижает затраты выносливости, да. Так, гарда. Да, атака в режиме ярости. Это заебись. Прямо наручи. Конечно, восстановление за нагрудник. Восстановление здоровья за добивающий удар. Да, вот это нужно. И все, да, по-моему? Да. Нет, пишет еще что-то. А, это все раскрасочки. Ладно, это все прекрасно. Но давайте, наверное, захват территории все-таки попробуем. Давай против игроков, если есть кто-нибудь. Может, нам повезет сейчас. Но я говорю, я, наверное, если кто-то позовет только поиграть за компанию, то, наверное, я поиграю. Но не знаю, буду ли записывать или нет. А может, и буду, посмотрим. Так проходить ее просто я не вижу смысла. Мы посмотрели, в принципе, добавили вот этот новый режим, который очень интересный и хороший. Ну, и, в принципе, прокачивать с нуля сейчас не вижу смысла, потому что, само собой, от беты-то... Если они из закрытой беты в открытую бету не перенесли сохранялки, то и глупо ожидать, что это будет и в релизе, так что не вижу смысла сейчас тратить. Чисто по фану, может, и поиграю на выходных, если время будет, хотя времени сейчас крайне мало. Посмотрим, посмотрим, друзья мои. Я говорю, может быть, на плойке, если тоже будет все нормально, то, может, на плойке запишу, чисто посмотрим, как это там. Что значит, что вот бойня? Давай, блядь, бойню возьмем. Что-то значок. Восклицательный знак, надеюсь, означает все нормально, все можно играть. Низкая активность. Ну давай, давай. Мастерство игрока, строгие условия. Ну давай, давай, сейчас все построже сделаем. Так, бойня. Блядь, смотри, не работает. Вот не хочет. Никто не хочет бить. Смертельная схватка только работает. Вот и все, да? Давай попробуем еще разок. Вдруг против игроков получится сейчас смертельную схватку. Это будет интересно. Против ботов-то мы уже сыграли. То есть почему бы против игроков не попробовать? Нет, не хочет. Ну давайте еще разок сыграем против ботов. Если все-таки это получится. Посмотрим. Ну, давай. Ах, сетевая ошибка. Ну, я не знаю, это может и у меня с интернетом что-то, ну, может и не у меня, короче. Не знаю, друзья мои, посмотрим. Ладно, давайте, наверное, тогда я скажу вам, что мы на этом закончим. Я не знаю, может быть, я и поиграю на выходных в нее. Записывать вряд ли, потому что... Ну, не знаю, посмотрим. Если только на плойке. А так я не вижу смысла просто прокачивать с нуля сейчас персонажей. Мы уже их видели. Режим этот посмотрели, очень интересный. Ждем релиза, он 14 февраля уже. То есть осталось-то по 5 дней всего. Так что я думаю, мы дождемся. И тогда уже на полную начнем зажигать For Honor. Так что, друзья мои, надеюсь, вам понравилось видео. Понравилось то, что это теперь в открытой бете. Надеюсь, вы тоже поиграли, пощупали своими руками, каково это кромсать черепушки For Honor за различных классов, персонажей. Ну и с вами был Changer. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся уже в прохождении For Honor в день релиза. Пока!